Разминка перед стартом. Среди участников есть юные, но уже опытные спортсмены. Давиду Абаджану 9 лет. На свой первый забег он вышел, когда ему было 1.5 года. Накачиваешь много усилия и будешь сильным и никогда не будешь болеть. Вот почему мне нравится. Давид представляет команду Гайкадзорского сельского округа. Мальчик приехал вместе с мамой. Она активный популяризатор спорта. Во-первых, здоровый образ жизни. Тех ребят, которых я сегодня привезла, самое главное показать, что жить здорово. Главное – здоровый образ жизни. Неважно, какое ты место займешь. Конечно, хотелось бы первые места, но приобщать к здоровому образу жизни надо детей с малого возраста. Всего в забеге приняли участие более 150 человек разного возраста. Протяженность дистанции примерно 1200 метров. Это первое мероприятие в целом комплексе, посвященном международному дню спорта. Также забег можно считать символическим стартом серии состязаний на открытых площадках. В городе-курорте проходит первенство Краснодарского края по велогонкам. В них участвует и команда спортивной школы «Олимп» из поселка Виноградный. Климатические условия, наши дороги замечательные в городе Анапа, в Краснодарском крае, позволяют в течение 9 месяцев именно заниматься только этим видом спорта. То есть все необходимое у нас есть. 5 апреля горожане продолжат сдавать нормативы комплекса ГТО. Итоги первого зимнего этапа подвели здесь же. Абсолютный рекорд среди всех возрастных групп – 366 очков у Натальи Морозовой из спортшколы «Виктория». А уже 7 апреля в городе и ряде сельских территорий откроют спортивные площадки.